Если нет согласия между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, решать бытовые вопросы очень сложно. В такой ситуации оказались жители 7-го микрорайона. Уже больше полугода они добиваются устранения последствий коммунальной аварии. Работы вроде и ведутся, но сроки и качество исполнения многих не устраивают. Это 7-й микрорайон Ангарска. В январе этого года здесь произошла коммунальная авария. Чтобы устранить ее последствия, собственникам квартир пришлось пройти 9 кругов ада. Активные жильцы бесконечно обивали порог управляющей компании. И все для того, чтобы им привели в порядок территорию, которую разворотили, когда меняли трубы. 14 января этого года у нас произошла авария тепловых сетей. Прорвало горячую воду. Ночью приехали и устранили. Но последствия этой аварии до сих пор вот видны. С самой аварией коммунальщики справились довольно быстро. А вот починить отмостку, водоотлив и другой нанесенный урон пообещали с наступлением тепла. На деле это оказалась вторая половина лета. И то утверждают собственники по их бесконечным жалобам и настояниям. Ну извините, мы же платим за капитальный ремонт, платим за квартиру, платим за все, что перечислять. У нас есть организации, которые выполняющие, есть организации, которые контролирующие. Почему никто не приехал и не проконтролировал, как они сделали вообще? Это что за работа? Это вообще, мы считаем, это вообще не работа. Ну и на этом проблемы жильцов дома не закончились. Их не устраивает качество и эстетический вид площадки. Они требуют от коммунальщиков навести здесь полный порядок. Как нам пояснили в управляющей компании, работы на этом объекте еще не закончены. Об этом свидетельствует и оградительная лента. Дело в том, что облагородить территорию должны сотрудники ТЭЦ. До 30 августа они пообещали закрыть этот вопрос раз и навсегда. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.